Господа, всех приветствую, я Дов, сегодня у меня iPhone 7 Plus. Принес клиент только что. Сказал, не работает задняя камера. Точнее, камерой, правильно, наверное, будет сказать. Ну, мы будем говорить камера. Вижу скол на стекле. Кстати, это второй 7 Plus за месяц. Мне приносит с нерабочей основной камерой. Так, 8776. Первый был тоже 7.6 после удара. Причем этот еще нормальный. Я не вижу здесь сколов таких особо. Но это не значит, что он не падал. iPhone может упасть достаточно серьезно, бесследно. Ну, единственное, вот это вот треснутое стекло, разве что, которое я показал уже. Так вроде бы в нормальном состоянии. Тот первый, который мне приносили, он был расхераченный. Девушка уронила дисплей вниз, разбился дисплей. Вот, и вышла из строя основная камера. Ну, как видите, передняя камера работает. Основная камера не работает. Итак, у меня есть донор, к счастью. Сейчас мы подкинем. Кстати, нагревается камера, я вам скажу, прям чувствительно. Поэтому, я думаю, проблема в самой камере. Ну, если нет, тогда уже будем искать по схеме. Благо, вчера обновил свой ZTX-V. Связался с продавцом. Вот. За 56 евро, что ли, мне вышло. $64. Там буквально в течение 5 минут человек мне обновил донгл ZTX-V. Так что, если проблема не в камере, проблему мы по-любому найдем. Но я думаю, что в камере, потому что, во-первых, она нагревается. А во-вторых, это уже второй случай за месяц. Там была проблема тоже в камере. Достаточно дорогая камера на 7 Plus, я вам скажу. Я даже не ожидал. Поискал на Али. Самую дешевую, что я нашел, стоило 68 евро. Вот. Непонятно какая. Включаем батарею. Давайте, наверное, снимем дисплей для удобства. Так что клиенту я зарядил 70 евро. Хотя можно было бы и больше. Просто я знаю, что больше он не заплатит. Так, ко мне пришли, походу. Секунду, ставлю на паузу. Итак, друзья, извиняюсь, меня отвлекли наши соотечественники в Барселоне, уронили Sony, не знают, какая модель, в воду, причем морскую, сказали, что быстро вытащили. Я сказал, несите, чем быстрее, тем лучше. Итак, снимаем заглушку основной камеры. Вот этот вот винтик у нас не намагниченный. Снимаем заглушку. Отстегиваем камеру.
Ну, такая вот красивая камера на iPhone 7 Plus. Жутко дорогая, на мой взгляд. 70 евро за камеру. Ну, оригинальная. Итак, снимаем с донора. Dime. ¿Estás ocupado? Sí, un poco. Dime. No, te iba a preguntar si compras móvil. Ah, no. ¿De qué modelo tienes? Nuevo, Huawei. ¿Huawei? No. Es mío, está todo de fábrica. Solo que no tengo para comer. Por eso lo voy a vender. No, tío, gracias. Está todo de fábrica. ¿Pero cuánto quieres? Pues si puedes pasar después de 10 minutos, ¿vale? Pues hablamos, claro, hablamos. Итак, человек отвлек. Часто заходят ребята, дают телефоны на продажу свои, не знаю, там или ворованные. За день, может, 2-3-4 раза могут зайти и предлагают достаточно хорошие телефоны. Но этим делом лучше здесь, я вам скажу, не заниматься. Все контролирует полиция. Поэтому стараюсь не покупать, хотя бывают такие заманчивые предложения. Вот, недавно купил iPhone 7. Можете представить себе, за 10 евро. Сказали, что заблокированный, я его прошил, и он оказался абсолютно свободным. Так что попробуй не купи, да? Даже под страхом быть пойманным полицией при покупке краденого товара. Поэтому стараюсь все-таки, конечно, ничего не брать. Так, еще я ставлю заглушку. Давайте без заглушки проверим. И такие случаи бывают довольно часто. Не только у меня, это у нас здесь радиорынок. И если приносят мне, приносят всем остальным. И можно купить очень задешево. Как я уже рассказал, практически даром. Одну из последних моделей iPhone, Huawei, Samsung, да всего чего угодно. Барселона туристический город, здесь очень много. Ну, очень много туристов, ну и может теряют, может воруют, кто их знает. Включаем батарею, включаем аппарат. Благо сюда не лазили. Это всегда радует. 8776. Камера, включись. Вот, камера заработала. Как видите. Отлично работает, все фокусирует, ничего не нагревается. То есть вот вам, друзья, пожалуйста, второй случай за месяц и второй случай с камерой именно iPhone 7 Plus. Делайте выводы. Именно при падении выходит из строя. Нормальная температура, то есть все-таки камера. Вот такие дела. Думаю, этот ролик будет полезным. Все, я собираю аппарат, возвращаю клиенту.
Всем спасибо за внимание. Я Дов. Жду комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи.